Их манит скорость и попутный ветер. Они не мыслят своей жизни без трассы мотоциклов. На этот раз саровские байкеры собрались для того, чтобы снова привлечь внимание автомобилистов и в очередной раз рассказать о важности взаимоуважения для всех участников дорожного движения. По всей стране в преддверии открытия мотосезона проходит акция «Внимание, мотоциклист». Для того, чтобы привлечь внимание автомобилистов, всех участников дорожного движения к мотоциклистам и прочим двухколесным собратьям, которые передвигаются по дорогам. Пообщаемся с автомобилистами, покажем, что мы не хулиганы. Байкеры проехали колонной по улицам города, останавливаясь на самых оживленных и заполненных автомобилями стоянках. Время проведения акции тоже выбрали не случайно. Яркие листовки с лозунгом «Мы за движение без раздражения» раздавали водителям в вечерний час пик. По словам байкеров, поведение некоторых мотоциклистов на дорогах вызывает вопросы даже у опытных водителей двухколесного транспорта. Отношения разные. Кто-то адекватно относится, кто-то грубит иногда. Но и мотоциклисты сами заслуживают многие этого. Поэтому отношения разные. В свободное от работы время они надевают кожаные куртки и садятся на свой байк. А в обыденной жизни многие мотоциклисты передвигаются по дорогам города за рулем автомобиля. Поэтому насущные проблемы отношений на дорогах они знают с обеих сторон. Мы сами ездим на автомобилях очень много, каждый день. Мотоцикл – это хобби наш. Поэтому и с той стороны видим проблем мотоциклистов и с этой стороны. Откроют новый сезон саровские байкеры 11 мая. Сбор в 11 часов. Старт колонны намечен на 12 дня. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.